здесь отправляет привет сестре Алене и маме Елене. А Даша не стала выделять кого-то из своих родных и близких, а просто всем передала большой привет. Ищу, короче, не могу найти. Мне прислали очень вкусные... вкусную вонючку в машину. Вот вся вылилась, а где я вот оставила бутылек, я что-то найти не могу его. О, Господи, какая расческа волосатая. Печенье. Боже, что у меня только нету. Мега тачка. Здесь есть все. Всем привет. Из грязи в князи. Это про кого уже, так? Расскажите мне. Потом найдешь. Ну да. Сейчас я уже точно не найду, к сожалению. Гость, как ты такая классная? Не могу матом ругаться сегодня. Да я не классная, я обычная. Когда перестанешь без трусов ходить, гонять? Когда трусы появятся, тогда я перестану. О, опять начинаются вопросы про мою машину. Ребят, у меня Toyota. Ничего не поменялось. Да, у меня пока время есть. Я хотела заправить эту вонючку, сделать, чтобы в машине не беляшами пахло, а вкуснятинкой. Угу. Ты куда собралась? Я на мафию приехала играть, но еще рано идти туда. Так что пока тусуюсь, жду своих. Что я думаю про Рапунцель? Я не знаю, что там случилось. Дела у меня все нормально. С Дерябиным поговорили на мобильном телефоне, но обязательно я скоро, когда я приеду в Москву, мы встретимся. В этот раз не получилось, потому что я была после отпуска, соответственно, хотелось привести себя в порядок, вот, плюс там работы накопилось много, но я уверена, мы увидимся. Подурнела, может быть. Одна или с милым? Одна. Как тебе звать, Саша? Где дочка? Дочка уже дома. Привет, Березняков. Привет, Буденновска. Машка, ты что ли? Ага. Она тоже человек. Кто? Вот бери меня на работу, раз много. А, дело то, что много, но я думаю... Я пока справляюсь. Сквозь ней общаешься? Нет, сквозь ней я даже такого человека не знаю. Она же говорила, что у нее RAV 4 новый. Тигра из Калининграда? Нет. У тебя есть парень? У меня есть Тигра. Это лучше парня намного, поверьте мне. Тамбов, привет. Как правильно? Лабинск, да, наверное, правильно? Какой любимый парфюм? Пока идет зима, еще я вам покажу. Он даже у меня в машине. Я пользуюсь вот такой парфюм у меня. Мне очень нравится, как он на меху раскрывается. Дочку зовут София. Тигро резиновый и очень странно на фотке Кремль. Мальчик маленький, знает уже про резину. Не, настоящий. На Дом 2, вот сегодня у меня тоже женщина пришла, говорит, ну что, пойдешь на Дом 2? Ну, знаете, как-то не возникает желания у меня идти на Дом 2. Как, недавно видела тебя в Европе, офигенная. Спасибо. Армавир, привет. Ты в Дом 2 была? Было дело. Жвачку жую вкусно, потому что жвачка очень вкусная. Я
Иди, иди, круто будет смотреть. Не-не-не, не пойду, не пойду, уж точно. Ты суперская, Брянск, привет. Спасибо. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Красивая очень. Это сегодня был эфир на самом... Это сегодня был эфир на самом деле? Нет, эфир был вчера. Его можно найти, в принципе, в интернете. Крым, привет! Крым наш! Руслан Белый отвел у нас в Калининграде концерт. Вот это была самая фишка. Крым наш, черт возьми! Где сейчас работаешь, чем занимаешься? Работаю я у себя в магазине. Можно пройти по ссылке, которая написана в шапке профиля. Также в сторис есть ссылочка, потому что я там сегодня новую коллекцию выставляла. Ну или если вы запомните, то Гозиас, нижнее подчеркивание, шоп. Можете заходить и быстрее, потому что у нас сегодня работает обалденная просто акция. Вот, 12 часов. Надо успеть все заказать, что хотите. Угу. Ты лучшая, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Самая красивая. О боже, фигура у тебя класс, завидую. Не завидую, а иди в спортзал и занимайся. И приводи свою фигуру тоже в порядок. Гозя, ты бомбическая, спасибо большое. Привет всем своим, привет. Тигра подписана на тебя. Не знаю, мне кажется, его даже нету в Инстаграме. Ты знаешь Пашу Пелла? Не знаю. Сашу, только ответь мне, пожалуйста. Да, отвечаю. Да, раньше на Дом-2 состав, так состав был. Каждый день что-то новое, интересное. А теперь моют неделю одну и ту же проблему. Ой, да, и тем более меня поражает, когда сейчас... Это Саша Черно орет о том, то, что она разводится. Ёпарасоте. Блять, мы красивые, худые, понимаете, самодостаточные. Боимся мужику слово поперек сказать, потому что сразу уйдет конкуренция, черт возьми. Здесь же просто 100 килограмм рыхлого жира, нихера нереализованная женщина, и она истеричная до ужаса. И она говорит, все, развожусь, блядь, вот это просто, у меня, знаете, сразу начинает глаз дергаться, я вот не понимаю, то ли это сценарий уже на Доме 2 пишут, чтобы вот хоть что-то показать, то ли реально она так в себе уверена, ей можно позавидовать. Обезьяна немножко есть, это правда, что, про марку машину, ребят, ну надоело, ну честное слово, я оставлю этот эфир здесь, если вам интересно, пересмотрите, я вначале сказала уж несколько раз. Дай совет, как убрать живот после родов, очень надо, но как убрать живот? Во-первых, это надо ходить, я считаю, на массаж, вот, и это надо качать пресс, обязательно, вот, и тогда уберется этот животик. Саш, молодец, старается всегда ответить по возможности честно и почти каждому. Нравишься ты мне, спасибо. Ты такая прямолинейная, спасибо. Ты любишь секс? Кто его не любит, господи? Так, что значит частичный сценарий на Доме 2? Ну, потому что, когда мы раньше жили, в принципе, на Доме 2 всегда... были практически, всегда были реалистичные истории, а когда это были не реалистичные истории, то это были истории как бы спровоцированные, но реакция человека всегда была правдивая и честная. Любимое блюдо, фондан. Это любимый десерт, правда? Ну ладно. Доченька посещает какие-либо секции, а дочь ходит на танцы, вот, ну, я думаю, что скоро мы уже пойдем на теннис, на большой хотим. Ты хочешь новую машину? Нет, меня абсолютно моя машина устраивает. Ты куришь? Нет, я не курящая. Привет из Луганска, ты позитивщик. Луганск, привет, спасибо. Язык подвищенный. Спасибо.
Украинский, да, у нас здесь Украина сидит. Передай привет Челябинску. Челябинск, привет! А кем ты работаешь? Я работаю сама на себя. Работаю я в своем магазине. Вот, если кому интересно, ссылочка в шапке профиля. Там скидочки, еще раз повторяю. Передай привет Могилеву. Могилев, привет. Ты очень милая. Спасибо большое. Приятно такое слышать. Саш, скажи, пожалуйста, какая зарплата на Дом 2? Меня уже на Доме 2 нету как 2 года. Вот, это потеря потерь, ну да ладно. И какая сейчас зарплата, я не знаю, не могу сказать. Счастья тебе, лучшее просто, спасибо большое. Как тебе Сударкина? Сударкина, ну, пытается отловить кусочек хайпа. Бразилию игнорируете? Не игнорирую, что за Бразилия? Тебе в рот. Видимо, кто-то уже хайпанул. Так, приезжай в Минск. В Минск, да, я хотела бы еще раз приехать. Мне у вас очень понравилось. Прям честное слово, энергетика потрясающая. Так, привет, красавица, привет, в Калининграде холодно, в Калининграде тепло, плюсовая температура, сегодня было, как я понимаю, солнце весь день, все подтаяло, растаяло, вот. Серьги, да, серьги просто обычные кольца. Бразилия, привет! Все, я поняла вас. Я вам тоже передаю огромный-огромный привет. Подержу, сейчас пойду вот играть в мафию. Как корова жуешь. А вы когда жуете жвачку, вы это кем себя позиционируете? Передай привет Молдове. Молдова, привет. У тебя маленькая пятница сегодня? Нет, ни в коем случае. Я сейчас играю одну игру и поеду спать, потому что завтра у меня с самого утра будет тренировка. Почему у меня всегда в машине онлайн? Потому что, честно говоря, я рано встаю и уезжаю из дома, и поздно приезжаю. Как бы, и в основном, да, так как у меня много дел, я или на работе, или в машине. Но на работе не могу вести прямой эфир нормально, потому что там не ловит сеть. А в машине всегда все хорошо. С Тигрой мы полгода вместе. Девочка. Кем работаю, я уже сказала. Саш, ты молодец, всегда говоришь то, что думаешь. Я тоже такая. Но мне кажется, это правильно, потому что лжи в нашем мире и так ее... в нашей жизни, вот так вот, ее и так достаточно, и как бы я не вижу смысла жить тоже во лжи. То есть мне проще сказать так, как есть, нежели жить в обмане и там всегда быть на пале. Так, короче, я удаляю вот какого-то багу, потому что это просто трэш. Так, нет, я не скучаю ни по кому. Выяснилось, Тигр? Нет, не выяснила, он трубки не берет. Вот он трубки не берет. Вот что бы это значило? Целый день человек трубки не берет. К жене, что ли, поехал? Не знаю. И вечером я ему уже написала грозную смс-ку, и он все равно трубки не берет. Господи, если я вляпаюсь в это говнище, там, с женами буду выяснять отношения, это для меня вообще будет трэш.
Передай привет Лехарду. Лехард, привет. Изменяет. Николай, пожалуйста, не нагоняйте мути в мою голову. Я не живу в Москве. Мое постоянное место жительства – это город Калининград. На Мальдивы не хочу, там очень скучно, и я думаю, я просто сдохну от скуки, если я 7 дней, ну, вот минимальный отпуск беру, 7 дней буду лежать просто на белом песке. Вот я не выдержу такого. Так что Мальдивы не моя история. Я поняла, в чем секрет, твоя сила. Правде. Спасибо большое. Как убрать быстро живот? Девочки, я уже сказала. Во-первых, нехрен жрать всякую ерунду, типа чипсов, сухариков, мармеладок, пивасика и так далее. Во-вторых, надо качать пресс, и пресс разные движения делать, и вести энергичный образ жизни, ну и плюс массажик, вот, и тогда можно убрать этот животик. Иди нахуй, зажралась. Понятно, это, наверное, реакция на то, что я сказала, что Мальдивы это не для меня. Ребят, ну вы чё? Да, у меня есть два брата родных. Это старший брат и брат-двойняшка. Так, любимая песня. Не знаю, ребят, у меня нету такого. Была на Балтийском море, очень понравилось, красиво. Я с вами полностью согласна. Рост у меня 165. Вес у меня 50 килограмм. Нет, никаких Дом-2. Шли всех нафиг, ты прекрасна. Отлично, да. Бывший муж не помогает. О, кстати, вспомнила, надо позвонить ему. Какой размер ноги у тебя? 36. Сургут, привет. Беларусь, привет. Куда едешь, уже говорила. Любишь Лепса? Обожаю. Лепс, это просто... это. Сделай пост с братом-двойняшкой. Хорошо. Саша ответит, что делать, если муж изменяет и постоянно возвращается обратно. Начать жить своей жизнью. Если ты не можешь от него уйти, а он это делает все настолько открыто, то живи тоже своей жизнью и все. А если ты готова с ним распрощаться, то не возвращай это потрепанное, бэушное существо домой. Да, я довольна, какой у меня нос. Самое главное, я дышу. У меня ничего не повреждено. У меня идеально сделана переговорка. Спасибо Тиграну Альбертовичу просто очередной раз. Во-вторых, я не делала какую-то... как это сказать там? Пластику именно на нос. То есть он как у меня был, такой в принципе и остался. Мы выравнивали перегородку и все там поправляли. Вот, так что вот так. Конечно, мне все нравится. Сань, в чем заключается игра «Мафия»? Выявить и наказать бандитов. Вот. Алтай, ждем в гости. Классно, может быть, когда-то прилечу к вам. Вы похожи с двойняшкой? У меня дочь двойня. У меня... Я не могу быть похожа на своего брата-двойняшку, потому что у мальчика я девочка. И, в принципе, внешне я не знаю, но давайте я как приеду к нему в гости, я его заставлю, чтобы он со мной сфоткался, выставлю фотку, ну и посмотрим, что вы скажете по этому поводу. Ты на жопу сделай пластик. Пластик на жопу не хочу, потому что мне и так все хорошо. Я считаю, что попку, если и надо накачать, то ее можно накачать в спортзале. А пластик вставлять не хочу. На все вопросы отвечай или слабо? Не слабо. Тамбов, привет. Как относишься, когда говорят, она баба с яйцами? Я отношусь абсолютно нормально. В принципе, кто это говорит? Это говорят мужики, которые не могут взять на себя какие-то обязательства, какую-то ответственность и будут рассказывать, что я баба с яйцами. Да, потому что вы мужики с писькой, с киской. Вот и все.
и грудь, и мозг у нее силикон. Согласна с вами. Отчасти. Это вы про кого? Саша, такая классная. Счастья тебе от всего сердца. Спасибо большое. Так, как дела? Дела отлично. Сохранишь эфир? Да, конечно. Ты офигенная, Го. Спасибо. Сашуль, ты классная. Спасибо большое. Ой, сколько мне всего говорят. Что я сейчас делаю? Сижу в данный момент в машине. Вот. А что твоя сестра такая? У меня нету сестры, которой 17 лет, ребят. Никто о ней хорошего мнения не имеет. О ком? Господи, Марина там какая-то. Во-первых, мои бы друзья, потому что я к друзьям очень выборочно отношусь, никогда бы не написали, что я какая-то бичевка. Во-вторых, пожалуйста, загуглите, что такое бичевка. И если вы хотите оскорблять, то оскорбляйте людей правильно. А не так, что вы, как это сказать, пукнули воздух, и вот даже не пахнет. А почему, если девушка с сильным характером, то она сразу с яйцами? Так если на многих мужиков даже понадеяться нельзя? Вот я полностью с вами согласна. Ну, как бы, мне кажется, в наше время все-таки знают и мужчины, да, свои обязательства перед девушкой и девушка перед мужчиной. Когда мужчина не выполняет какие-то свои обязательства, то, во-первых, девушка не обязана уже выполнять свои обязательства, и плюс она как бы начинает выполнять мужские обязательства. Вот и все. А моя любимая помада — это карандаш. Я не очень воспринимаю помады. Вот, забыла название, но я обязательно вам скажу. Это Марина, наверное, трудный подросток или несчастная. Какая Марина? Что происходит? Что за Марина? Господи, ребята, расскажите и мне. Сколько тебе лет? Ой, 28 уже. В Калининграде есть работа, конечно. Кто ищет, тот всегда найдет. Какая у тебя мечта? Не знаю. Каким шампунем пользуешься? Лореалевским. В данный период времени Лореаль. Делала межбровку. Больно очень? Нет. Которая бичевка пишет. А что там случилось? Что случилось? Ребята, кто вообще знает, кто такая бичевка? Давайте будем это обсуждать не только там, какая марка моей машины, где я работаю, а еще как нас могут оскорблять и вообще правильно ли подобраны оскорбления к нам. Сашуль, пока, люблю тебя, ты самая лучшая на свете, ты шикарный. О, спасибо большое. Любимые цветы. Я люблю белые розы. Вот. Такие вопросы тут одни тупые, ну вот бывает, да. Это Марина, это у Марины надо спросить, согласна. Еще раз показываю, последний раз. Духами я пользуюсь вот этими сейчас. Я безумно, мне безумно нравится аромат, когда морозный воздух и когда я в мехах. Читать стараюсь... Все комментарии иногда пропускаю. Какой тональный? Тональник у меня Клоранс номер 110. Ты очень красивая, оставайся всегда такой. Спасибо, ребят, большое. Не планируешь вернуться на дом 2? Нет. Ты супер, идеал, лучшая. Боже. Ребят, еще немножко, и мне кажется, я зазнаюсь. Честное слово, вот прям... Саш, давай ведущий на дом 2, ага. Привет из Киргизии. Киргизия, привет. Да, читаю книжки. Сейчас я читаю Некрасова, нынешнего писателя. Он пишет психологию, смешанную с эзотерикой, как-то так.
А последняя прочитанная вами книга «Женщина-мужчина» называется. Носогубки я не колю. Как дела у тебя? Отлично. Отлично. Привет из Сочи. Сочи, привет. Я написала уже 6 вопросов и ни на один не ответила, зато прочитала это сообщение. Саш, когда еще песню запишешь? Пока не пишу. Как торговля? Нормально, только с почты. Очень классно, оставайся всегда такой милой. Спасибо, возвращайся на проект. Нет! Какая машина у вас, господи? Я в начале эфира говорила, обязательно сохраню эфир, чтобы вы, если что, пересмотрели. Вот. Я читала эту книгу, и как тебе? Расскажи хоть один стих. Ой, да, давайте. Сейчас я вам расскажу стих, который я сегодня написала. Я даже свет включу, чтобы мне было видно. Так, это я писала стих. Я не хочу умирать по тебе. Я не хочу задыхаться во лжи. Если не тянешь, и мы на дне, то лучше немедля меня отпусти. Не будет у нас тех ночей, той страсти, избытка любви. Не сможем найти, что нам по душе, ту нить под названием «Совместная жизнь». Вот так вот. Так что я еще стихи иногда пишу. Hello, hello. Не торопись. Не умею читать стихи, вот хоть убей. Вот пишу стихи, а читать их не умею. А, не знаю, что там, дом 2, по сценарию не знаю. Позитивчик, с тобой не соскучишься, бывает. Супер, спасибо за стих. Муа. Чё пьёшь? Какой алкоголь? Алкоголь вообще не пью, потому что занимаюсь спортом. И в банке пива 500 калорий. На дорожке за вот сколько, за 15 минут, что ли, я убираю 100 калорий. Или за полчаса. Короче, вы понимаете, да, чем мне грозит бутылка пива. Так что я без пива и без всякой этой хрени. Ну и не надо, не пей, да. Ты прям поэт, ну немножко бывает у меня вот. Ладно, ребят, я пошла на самом деле. Вот. О, мои девчонки как раз приехали. Муа, фу, хи-хи.